Друзья, всем привет! С вами Ярослава Громакина, канал «Наши дети». И сегодня я покажу вам, как активировать ваш аккаунт Google AdSense. Например, если вы зарабатываете через свой YouTube-канал. Вам пришло письмо спустя 2 или 4 недели, после того, как вы накопили 10 долларов и запросили пин-код. Заходите через Google, желательно через браузер Google, в ваш Google AdSense. Так. Ну, давайте покажу вообще с самого начала. Набираете здесь что? AdSense. Пишите AdSense вход. Так, вот заходите в Google AdSense. Ждете, когда немножко потупит ваш интернет. Вот, вы зашли. Что у нас тут пишут? Платежи приостановлены, так как вы не подтвердили свой адрес. Вот сейчас мы его подтвердим. Подтвердите свой платежный адрес. Пишем. Мне выслано было письмо 13 сентября. Сегодня, как вы видите, 4 октября. Очень даже прилично, быстро дошло. Так, щелкаем подтвердить. И ваш пин-код. У вас осталось 3 попытки. Вводите тот пин-код, который вам прислали в письме. Жмете отправить. Все, ваш платежный адрес подтвержден. Поздравляю, теперь вы можете продолжить принимать платежи уже более 10 долларов. И напомню также, что первый свой вывод денег вы получите только после того, как ваш баланс перевалит за 100 долларов. Все, спасибо, с вами была Ярославна Громакина, канал «Наши дети». Подписываемся, ставим лайки. Всем пока-пока!